Мастер-класс в формате беседы. Участники – студенты экономических направлений. Приглашенные гости – бывшие выпускники института, которые уже сделали успешную карьеру и имеют немалый опыт работы. В их числе замдиректора Центра развития ядерного кластера. Вениамин Сорокин подробно рассказал о самых крупных проектах кластера, ставка на реализацию которых делается именно на выпускников этого вуза. Анна Бирюченкова – будущий специалист по экономической безопасности. Специальность новая, специальность, как бы это стык юридических правовых дисциплин. Вот. Из мероприятий мастер-класса я узнала о востребованности данной профессии, нам рассказали об опыте от профессионалов, вот, что будущий специалист, вот мы новый выпуск, у нас очень большой потенциал. Благодаря мастер-классу «Моя профессия. Взгляд в будущее» студенты получили практические знания, которые будут способствовать построению их успешной карьеры. Приглашенные участники заметили, что такой формат способствует наилучшему взаимодействию между детьми НИАУ МИФИ и потенциальными работодателями. Арина Макарова, Виталий Немов. Наше время.